Чем бы я? Дай-ка туда. Сегодня новый влог. Если вы хотите подписаться на мой канал, то подписывайтесь на мой канал. Я был на Митаск, где я не знаю вообще. Ну, где очень много магазинов. Здесь одел очень много магазинов. Это на Митаске. Вы можете туда приезжать и выше Москвы. Я бы посоветовал вам туда приезжать. Ну блин, мультика мешает. Сейчас подальше пойду. А вообще я сейчас иду туда. На Тобольске, идите. Куда? Потому что мне надо кофе. Ну, во-первых, я не пил кофе уже больше, возможно, вакуумда уже не пил кофе. Вот, я хочу побить кофе, но здесь такие хорошие. Поэтому я пошел туда, где там кофе есть. Возможно, там будет лучше, чем здесь. Там-то там лучше. Увидимся там. Привет! Я кофе кофе купил. Вы поговорите, что? Вы поговорите? Я плачу? Мне на то кофе лап, а не латте. А мне выдали вот латте. Я его побил и чувствую, что латте я полол. Ну а вкусно как бы. И капучино не вкусно. Латте. Да, латте. Класс. Вот это поворот! А что? Я не знаю, можно ли его вращаться по мне отделение? Я помню, ничего. Потому что мои друзья посоветовали мне попробовать лап. Я не знаю, на какой ком. Но мои друзья сказали, что очень вкусно. Вам не... А я не помню, я капучино помню в классе. И еще какие-то. Но они не вкусные. Капучино, латте не вкусные. Еще какие-то кофе еще есть. Я помню, не помню. Во-первых, почему-то в магазине не вкусные кофе, а вон дома, который готовишь кофе. Вкусно, но я не пью кофе. Я уже как бы больше года не пью. Но и был кофе. Я не пью кофе. Больше полгода. Да еще чай не пью. Я еще даже чай не пью. Я не могу пить чай, если дома вот тепло. Войти вот. Дома холодно, но я пью чай. А так не пью. Только каждый день пью. Воду обычную водичку. Только каждый день пью обычную водичку. Это понятно. А не кофе там. Ну вы поняли, кофе вредно. Если вы каждый день пить, на какой кофе? У меня есть подногодник, он пьет каждый день кофе. Дома готовит кофе, вот там демос, и пьет кофе. Чего? Я понял, что если пить каждый день ток, я не знаю, на кой комплектный. А я вообще не пью кофе, но я еще пить кому-то вообще. Тепло стало. Ого-го. И кому-то ветер. Я не знаю, почему здесь ветер постоянно. Возможно, потому что в итоге квартиры постоянно ветер.
даже в Москве тихо, там тоже тихо-тихо, тихо. Посмотрите, какой дом. Пять этаж. Ну, точнее, то 8 этаж. Это на 10, нет, на 11 этажа выше, чем дом на Пиковой. Ну, иди тоже в Шишевле. Тут его можно снять, толстого 5000 рублей. А вон на Беговой я вообще молчу. Там одна комната, хотела, 65-70 тысяч. А в УДИ можно там 50 тысяч снять. Но это же намного дальше ехать надо. А вот на Беговой ближе тянку. И еще это тело имя, а вот на Беговой Виолетовое имя. Также еще до надо идти еще 10 минут. На Беговой будем прям вот. Выходишь дома и уже метро. Ну там идти минутку. Ну тебя видео по подъезду. Эти вот белые так тикти. Это что-то видео, а подъезд-то? Если живете на первом, второй подъезде, то минуту можно зайти, да, даже 30 секунд. Войти 8, 3, 4, 5, 4, то больше. Минуту и минуту. Это вообще-то. Пойдем уже не то. И дядя. Я ходил долго поехать, там у меня есть кучонка и мука. Но можно принять дело. Я ходил долго поехать, но получается, что он написал, что давай встретимся, а потом и все, и уснул. Чече 15 часов. Дядя, сегодня 15.05. 20 минут назад вышел новый блог на моем канале. Так что пеком смотреть на мой им. Я буду снимать почаще. Чтобы, ну, потому что я снимаю блог, а потом на монтаж. На монтаж время очень много уходит. Потому что там эффекты. Там вырезки, звуки, там еще вставки, интро, аутро. Это просто и музыку надо искать в этом видео. Сейчас я пойду не то. Сейчас мне удобно, потому что он недавно проснулся. Ладно, и возможно я к нему поеду в гости, и я вам покажу. А я готов принять. Так что увидимся. Посмотрите, что там в итоге комплект. Где 58 этаж. Где 3 башни. 2 башни будет вот эти. 58 этаж, а вот это намного меньше. Я приехал домой, и знаете что? Дети в основном там ничего не снял, ни днем. Вот недавно я приехал в Москву, а я был помог кофе. Там искали кодиш, мы посмотрели там домик на Новый год. Нам понравился дом.
Я вам, конечно, не покажу, потому что не хочу. Только на ножку. Я, возможно, там камеру возьму и сниму вам этот дом. Потому что я не рад на ногу, то я мне не отмечал. Понимаете? Я хотел отмечать, что я мне на ногу. Во-первых, у меня в Москве очень много людей. Во-вторых, я ни разу не отмечал с друзьями. Я всегда родителям отмечал, но на Новый год родителям отмечал, а потом уеду в Москву. И знаете что? Я вчера утром гулял на Тобеловском тире. Вы видите, я там кофе пил. И потом вчера я поехал домой и был тоже. Знаете что? Я поехал домой в 11 часов вечера. И я не могу ну, вас чакрить. Вы получаете чакрить, я уже ну. А знаете почему? Потому что у меня нос заложен был. Я не смог дышать нормально. Я вот там дышал. А нос заложен был, потому что невозможно было дышать. Это уже. И я вот там проснулся сегодня. Я подумал, что я заболел, а оказывается нет. Я не заболел уже. Мне утром было плохо. Я думал, у меня температура поднялась. Я померил температуру, в 2 раза мерил. У меня температура низкая была. 35. И еще у меня ни разу не было. Ну, 36. У меня всегда низкая. У меня постоянно низкая температура. Я не знаю почему. Давление низкое, но не совсем низкое, но нормально. Я не знаю, почему так. И знаете, что я утром у меня была плохо, я думал, у меня температура, потому что у меня как будто слабоват. Я поехал тут. Я поехал в Макдональдс, улица 1905 года, которая находится. Я сошел в Макдональдс, и мне нужно было горячую воду, потому что я взял Firefox, вот это. И я налил туда в шашку. Налил, ну, насыпал горячую воду, выпил, и потом мне стало просто жарко. Потом мы с другом пошли гулять. На улице был дождь. И я просто чувствую ужасно, потому что я чувствую, что у меня температура поднялась. Я решил не погулять дальше. Мы поехали где-нибудь попрятаться. В итоге мы поехали в Макдональдс. Когда считаю, потом мы поехали в центр Москвы, и там встретили людей, чтобы мы поехали по Смоковье и там посмотрели домик. Ну, а потом мне стало легче. И я утром ничего не снял. Я в Инстаграме снял сториз, то снимаю второй день влог. Оказывается, что я утром ничего не снимал, потому что мне было плохо. А сейчас лучше. Я сейчас заканчиваю влог, потому что мне надо патч. И завтра я утром поеду в колледж. У меня там будет Ambient X по фотографии студии.
У меня тапа ампимпикс будет. Подключайтесь. А мне страшно. Получается, что мне надо подпасть хорошо, чтобы он не волноваться. Я заканчиваю влог. И вы можете мне найти в Индии вот это ник. TikTok, видео, ВКонтакте, Инстаграм, TikTok. Тапа на улице. Жизнь холодно будет. И я надеюсь, в ближайшую неделю найду дневную куртку. Потом тогда в 3 часа, а в ночь будем минус 2, минус 3. Надеюсь, найду куртку. Жалко, что оранжевая куртка больше не продаю в магазине. Да что? Спасибо. Спасибо вам за просмотр. Завтра поговорим. Всем пока. До свидания.